Отдыхает на ходу. Вот доска качается, сейчас я упаду. Всем привет, меня зовут Олеся, я из Москвы. В Хуахине мы третий раз. Марьяша этого не помнит, конечно, но она третий раз, хотя думает, что сейчас в первый. Ездили мы с ее 9 месяцев в первый раз. И нам здесь очень нравится, это, по-моему, логично, раз мы сюда приехали уже не первый раз. Нам здесь уютно, комфортно, безопасно, да и вообще классно. Хуахин мы попали, узнали о нем как раз-таки через Настю InstaBabyTai. Мы с ней встретились в Москве первый раз, и потом вот стали приезжать по ее наводке. Раньше действительно вообще не слышали про этот город. Паттайя на слуху как бы, но в Паттайю мы не ездим по всякого рода причинам. Не детский это курорт, так сказать. А Хуахин то, что надо. Здесь так тихо, спокойно, как раз для детей. Очень удобно. Мы вообще в Таиланде даже уже, не знаю, 6-й, наверное. До этого были и на Пхукете, и на Самуи. Нам здесь нравятся люди, пожалуй. У них нету такого, что вот за деньги что-то. Они искренне тебе рады. То есть, вот, например, мы отдыхали во Вьетнаме, и вьетнамцы хотели вот как-нибудь меня надуть, я не знаю, там. В Грузии еще были. Ну, в Грузии это другое. Сейчас про Азию говорим. А у тайцев такого нету. Тайцы очень любят детей, всегда помогают, если вдруг что-то нужно. Всегда радушно тебя встречают. Начиная даже вот, ты приземляешься в аэропорту, и тебе сразу говорят, проходите вот здесь с детьми. Даже в московском аэропорту тебе таких условий не всегда добьешься. Остановились мы в этот раз в другом месте. И мне кажется, тут даже расположение гораздо лучше, чем мы отдыхали до этого. А так как я в этот раз вообще одна с двумя детьми, то вышел, и все супермаркеты у меня под боком. Воды купить, подгузники, не знаю, что угодно. Это элементарно. Не доставляет мне особых сложностей. Погрузила в коляску, и все. Тут вообще нечего бояться. Более того, мы в какой-то из наших приездов с Марьяшей попадали в больницу. Ну, не очень серьезно, у нее была розеола розовая. И была температура, сыпь. Марьяшенька. И нам сразу врач поставил верный диагноз, выписал необходимые лекарства. И клиника оказалась даже лучше, чем, например, мы наблюдаемся в московской. Так что бояться тут совсем нечего. Главное купить страховку. Не тяжело. Я, когда меня все спрашивают, как я одна поеду на другой конец света, я говорю, а как я дома с ними справляюсь? Ну, это именно трое детей. А здесь только двое. Ага. И плюс у меня в помощниках бассейн и море. Лучшие помощники. Ага. В бассейне плавать. Что касается, например, еды. А я не ем морепродукты в принципе. У меня аллергия на креветки и все, что с ними связано. Поэтому мы питаемся обычно в европейских кафешках, которых тут тоже достаточно, либо готовим сами.
Поэтому тут еда на любой вкус. В принципе, всегда можно найти, что тебе именно по душе. И с голоду тут не помрешь. Одних фруктов предостаточно. Пока мы мало куда в этот раз выбирались, но до этого посещали очень много. И Санторини парк, когда она была вот поменьше, и Свит фарм парк, по-моему. И забирались на гору Токиап. Кстати, в этот раз мы уже тоже забирались. Смотрели обезьян. Там они мотоцикл громили, да? Да, мотоцикл громили. Пляж от нас вот с ними вдвоем, мы идем минут 10. Я думаю, своим ходом я бы еще быстрее дошла. Для меня это вообще не расстояние. Близко, и выходишь, и здесь пляж твой. И мне очень нравится то, что действительно как будто все только для тебя. И еще такой заход в море, мелко-мелко-мелко, что Маряша, например, в бассейне боится плавать одна, а там спокойно ныряет, плескается, играется часами. Вот вчера мы так долго там плескались, что обгорели. Сначала мы пошли по песку, потом на Санторини поехали с другой.